бортовая охрана. Вот такой вот товарищ. Наша российская отечественная порода создана на основе мошек, живущих на Курильских островах. Короткая жизнь, господи, видите, имеется короткий информированный хвостик, он так сейчас прекрасно пошевелил, состоящий из нескольких цветочков, и получается хвостик крючком. Курильские бобтейлы – это естественная порода, которая поддерживает русских заводчиков. Сейчас они очень популярны. И эта кошка очень спортивного телосложения, посмотрите, какая у нас широченная грудная клетка, какие у нас крепкие плечи, какие у нас замечательные бедра, очень красивый мраморный окрас, сильная крепкая шея и эффектная голова в форме несколько современной трапеции с прекрасно поставленными крупными ушами и характерным аборигенным взглядом. Он такой тяжеленный, такой мускулистый. Разнервничался совсем.